сорт томата Брутус. Вот такие вот крупные плоды на кусту. Куст очень мощный, высотой до 2 метров. Очень толстые стебли, очень много листвы. Вот такая вот крупная листва помидорного типа, широколистный. Этот сорт среднего срока созревания. Посынковать обязательно этот сорт, потому что очень мощные кусты, очень много пасынков. И чтобы получить хороший урожай крупных томатов, нужно вести максимум в 2 стебля. Все пасынки надо удалять. Сорт отлично подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Очень устойчив к заболеваниям. Также плоды не растрескиваются. Урожайный сорт. Вот такие вот плоды сорта Брутус. Громаднейший такой, великанище. Вот это была одна кисточка, этот помидор отвалился. Вот в одной кисти вот такое вот богатство. Крупные томаты. Вот такой вот красного цвета. Приплюснутый. Красавчик. Вес такого томата 535 грамм. Но селекционеры заявляют, что плод может вырасти до 20 сантиметров в диаметре и весом до 2 килограмм. Очень крупноплодный сорт. Сейчас посмотрим, какие эти плоды в разрезе. Сейчас разрежем. Посмотрим этот плод внутри. Так. Вот такой вот красная мякоть внутри, многокамерный, мясистый, искрится сахаристая мякоть на солнце. Изумительных вкусовых качеств, сладковатый на вкус томат. Кто любит крупноплодные томаты, то это томат именно для вас. Сорт подходит для употребления в свежем виде, для салатов, для томатного сока. Вообще шикарный сорт. Очень много томата получается с этих плодов. Также для приготовления различных соусов, кетчупов, томатной пасты. В общем, все, что вам вздумается, с этого томата можно приготовить.